Лавандовое поле на окраине села Кобус-Каново снова открыто для посетителей. Располагается оно всего в 30 километрах от Кишинева. В этом году там установили реквизиты для фотосессий. Лавандовое поле пользуется популярностью, хотя вход на территорию платный. Поле у нас очень ухожено, много вложений было. Мы установили декор и установили символическую цену – 50 лев с человека, а дети до 7 лет – бесплатно. Но у нас время нахождения не ограничено. В этом году на поле появились декорации для фотосъемок, качели в кустах лаванды и стол для чаепития. Принимают здесь туристов со всех уголков страны. Заезжают сюда и иностранные гости, говорит совладелица поля. Территория занимает 17 гектаров. Поле разбили в 2017 году. Второй год мы принимаем посетителей. В первый год было немного людей. Мы не были готовы и удивились посетителям. Затем поняли, что есть спрос. Люди хотели фотографироваться. Подумали, почему бы не организовать такое. Даже в жару нашлись те, кто решил сделать пару ярких кадров. Красивое поле. Когда спускаешься туда, там аромат лаванды невероятно сильный. Я думаю, это хороший. Ароматерапия. А эта семья держала путь из Новых Анен в Балабанешты. Ехали и просто увидели, машины стоят. Люди фоткаются, думаем, давай мы сфоткаемся, остановимся. То, что установили локацию, вообще отлично. То, что здесь, ну, короче, можно приезжать и нужно приезжать и фотографироваться, и эту красоту запечатлевать. Цена адекватная той красоте, которую люди создали здесь. Владельцы рады посетителям. Они рекомендуют желающим приезжать в будние дни. В выходные здесь бывают небольшие очереди.